Всем привет, мои хорошие, с вами Айка Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. У нас с вами 6 йогуртов, 11 вот таких вот кексиков, 2 мороженых от Милка. Мне они очень понравились в прошлый раз. Мы что-то снимали, на 150 тысяч, когда мы снимали арбузик. Вот тогда мне это мороженое вообще очень понравилось. Я браслет убираю, потому что от него шум, забыла снять. Все это запивать мы будем самой обычной водой. И давайте приступим. Давайте начнем с мороженого, потому что оно тает. Обожаю это мороженое, оно очень вкусное. Если вы не пробовали, обязательно попробуйте. Здесь вокруг шоколад, один в один, плитка шоколада Милка. Мороженое дороже, чем Сникерс, дороже, чем M&M's. Но бомба. Я очень полюбила мороженое. Мне хочется каждому к вам кушать мороженое. Смотрю корейских мукбанкеров. Они вообще едят мороженое, как, не знаю, как пирожное какое-то. Сегодня снимаю для вас влог на новую камеру. Мама посмотрела мой влог, говорит, мне кажется, одно и то же, что на телефон, что на камеру. Я такая, мам, ну почитай комментарии, столько людей пишут, что лучше. Сегодня в магазине снимала. И вот мне интересно, бегает ли фокус или все нормуль. Еще бы на ужин курочку гриль. Для полного счастья просто. И давайте немного поотвечаю на вопросы. Айла задает вопрос, веришь ли ты в астрологию и в совместимость знаков зодиаков? Честно, нет. Я знаю людей, которые родились в один и тот же день, в один и тот же год. Но это два абсолютно разных человека. Поэтому нет. Хотя иногда бывает, читаешь гороскопы некоторых людей, и прям такое ощущение, что писали гороскоп под человека. Еще я не верю в сны. Я думаю, что... Господи, это все фигня. Я раньше очень верила, но потом поняла, что это полнейшая чушь. Извините, если я задела чувства чьи-то, кто верит в астрологию. Возможно, просто мне не попадались хорошие профи, которые мне могли бы объяснить тонкость этого дела. Йогурт-бомба. Только сладкий. Даже слишком сладкий. Давайте попробуем следующий. Еще вот эти маги, экстрасенсы. Я столько смотрела битву экстрасенсов и реально думала, что действительно они обладают такими способностями.
Ну, уже доказано, что это был просто обман ради рейтингов, чтобы люди смотрели эти передачи. Я просто одного понять не могу. Если по телевизору идет передача «Битва экстрасенсов», и там как будто этих людей показывают в свете, что они прям святые, они обладают такими способностями. А на самом деле, например, это бред. Почему тогда власти никак не вмешивались в это? Почему они не просили каких-то доказательств? Ведь люди потом отдавали огромные суммы денег этим экстрасенсам, которые по большому счету ничего не могут. Это же чистой воды мошенничество. Смотрела вот эти передачи и верила реально. Мечтала, что когда-нибудь я тоже встречусь с одним из этих экстрасенсов и вот узнаю свою судьбу. Верила во все эти порчи и все дела. А потом в Ютубе полно роликов разоблачения экстрасенсов. Возможно, такие люди действительно существуют. Я согласна с этим. Просто очень жаль, что появляется очень много шарлатанов. У блогеров покупают рекламу. Нам тоже с Региной постоянно пишут, что Регина — это пиар-агент, который как раз-таки отвечает со страницы. В общем, пишут: я экстрасенс, обладаю такими-то способностями, я ясновидящий и так далее. Мне нужна реклама в истории у Айки. Мы говорим, что мы подобные вещи не рекламируем. Она говорит: я могу доказать, что я обладаю такими способностями. Могу заплатить больше, чем стоит у вас реклама. И блогеров не понимаю, честно, которые рекламируют такие вещи. Если ты знаешь, что это лохотрон, зачем советовать, зачем обманывать людей, зрителей, которые подписались на тебя? Опять же, это выбор каждого, и нельзя осуждать людей, но все же. Я вам рассказывала, да? Однажды я ходила к экстрасенсу высшего уровня. И она просто смотрела на мое лицо, на выражение моего лица. И давала какие-то прогнозы. Здесь очень интересно сделано, здесь внутри кусочки шоколада. Прям, знаете, такой полосой. Супер. Айка, что бы ты выбрала? 100 друзей или 100 рублей? Я бы выбрала 100 друзей, но действительно хороших друзей. У меня, например, была подруга, и у нее не было ни одной подруги. То есть для меня это было очень странно. Что человеку немало лет, и у нее нету ни одной подруги. И она иногда рассказывала: вот я раньше общалась с девочкой, она меня там подставила, это подставила. Вообще женской дружбы не существует. Я считаю, что так говорят девушки, которые не умеют дружить.
А говорить о том, что вот все девушки, они завистливые, не умеют дружить, это абсурд. Как я люблю эти пироженки. Помните, в одном видео, не помню, 15, что ли, я съела. Так, двигаемся дальше. Самира задает вопрос, что тебя больше всего раздражает в людях? Я вот как раз сейчас вспомнила историю. Меня очень бесит бестактность и тупость людей. Моя соседка блондинка. Я не знаю точно, на каком этаже она живет. Надеюсь, что подальше от меня. Года 3 назад. Она меня спрашивала. Мы с ней не знакомы. Я не знаю, как ее зовут. Она не знает, как меня зовут. И она такая спрашивала, а где ты работаешь? А сколько ты зарабатываешь? Прикиньте, в лифте едем, ну, минуты 4. Зачем столько вопросов задавать? И вот недавно, 3 дня назад, опять же еду в лифте с ней, вместе с ней. К сожалению. И она такая сразу, а ты работаешь? Я такая, да. Она такая, а где? Я говорю, как есть, строительная компания. Она такая, понятно. А сколько зарплаты выходит? Я говорю, ну каждый месяц по-разному, у нас там проценты и все дела. Ну, приблизительно. Меня добило вот это, ну, приблизительно. Затем она спрашивает, а я слышала, говорит, ты еще какие-то видюшки снимаешь? Я такая, ну это как хобби. Я, ну оттуда тоже деньги идут тебе. Я такая, ну мелочь. Она такая, а сколько? Меня вообще так поразила вот эта бестактность. Ее последнее слово, ну а сколько, а сколько? Как меня бесит. Вот я лично, например, не знаю, сколько зарабатывает мой двоюродный брат. Хотя у нас с ним очень близкие отношения, да. Ладно, двоюродный брат, я даже стесняюсь у Фати, например, напрямую спросить, а сколько ты зарабатываешь, а сколько тебе выходит. Это как-то неэтично, это такой вопрос, который обычно, ну, не задают. Солнышко выглянуло. В общем, такие люди меня жутко раздражают и... Я бы не смогла дружить, например, с девочкой, которая вот так вот себя ведет. Или, например, однажды была такая ситуация, которая мне тоже очень не понравилась. Получается, мы с подругой идем гулять. Я иду, встречаюсь с ней, и она говорит, а еще вместе с нами будет гулять там еще 3 девочки, с которыми у меня, например, не очень хорошие отношения. Мне кажется, как минимум, нужно этот момент согласовать со мной. А вдруг я не хочу с ними? То есть просто бах и как гром среди ясного неба. Поэтому я люблю этичных людей. Многие, кстати, спрашивали насчет Айсель. И многие думают, что мы поссорились, что-то произошло между нами. На самом деле нет. В скором времени в одном из влогов вы обязательно увидите Айсель, так что не скучайте. Может быть, даже мукбанг с Айсель будет. Пишите в комментариях, если вы хотите. То есть мы не ссорились, ничего. Мы время от времени переписываемся. Вчера переписывались. Все нормально. Я просто так на пустом месте с людьми не ругаюсь. А даже если в моей жизни что-то происходит, что-то плохое, я стараюсь это как бы не выносить. Я не люблю выносить ссоры из избы.
Поэтому некоторые вопросы, которые в последнее время мне задаются, я знаю, я вижу их, но просто я игнорирую, потому что на эту тему я говорить не хочу. Когда захочу, я обязательно поговорю на эту тему. А пока что я эти вопросы просто удаляю, либо игнорирую, потому что мне неприятно. В общем, на этом все, честно, я что-то не понравились мне они. Врать не буду. Шоколадные были намного вкуснее. Эти как-то, ну, не очень. Не знаю, почему мне резко захотелось булочки с сосиской. Пойду себе прикуплю или что-то смастерю, то, что есть в холодильнике. Я вас всех очень сильно люблю. Целую. С вами была Эмили. Всем пока.